Доброе утро. Доброе утро. Вставай. Там Санта пришел. Ура! Ну что, приходил Санта? Да! Ух ты! А ну-ка давай! Давай, 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 давай! А, человечков надо, да, делать таких? Да. Ну, класс. Классный подарок. Остался последний. Последний открываем. Ух ты, это маме подарок. Мама же хотела Хачимос, да? Да. Ну, спасибо, Санта. Спасибо. А мне такие вещи он принес. Да. Это все мои. Это все твои. Да, понятно. Сейчас будем открывать или пойдем переоденемся? Как ты думаешь? Открывать. Открывать сейчас? Да. А сапожки? Ты же про сапожки забыл. Полные. Полные? Давай высыпать и смотреть. Давай, какую первую? Вот эту. Ну давай. А я вижу, что там. И что там? Ух ты, вот Вилс. Давай, давай. Ну, Дедушка Мороз знает, что ты конфеты не кушаешь. Конечно. Но все равно Hot Wheels нес, и это круто. Hot Wheels, а это что еще? Больше ничего. Это что? Это такие сюрпризики. Бакс. А ну, у нас еще такие были. Были, да, такие? Да. Ой, собачки. Да, да, я помню. Ой, только собачки. Ой, и у нас такое еще было. У нас... А, чудики, поняла. Это... Окей, ставим подарки. Вот сюда. Это сюда. Давай это обратно повешим, когда... Давай, давай. Откуда он еще? А, вот это. Весь этот, который я делал. Угу. Ух ты. А это что такое? У нас такое уже было, когда мы открывали киндер. Ой. На семьи носок. А ну давай, высыпай. Там киндер Майли Хатчет. Да? Ну-ка давай высыпай. Как ты и хотел. Ух ты, хотя бы один сапожек с конфетами. Да, Хиппо, твои любимые. Только что, только ты же эти конфеты кушаешь, правильно? Посмотри. Да. Мои хачес. Да. Ой, это кто? Чудик какой-то. Мама, посмотри, антистрессы. Вот, хачимас. Ой. Хотя бы конфеты. Но он все равно принес конфеты. Да. Ну какие что? Какие я люблю. Будем показывать, открывать? Да, давай сначала Hot Wheels. Давай открывать и показывать. Видите, ого, какой новый, у меня такой нет тут. Вот это да. А ну можно я посмотрю? Без шуток. Давай открывать. Классная машина.
спойлер, да? Да. Да, это спойлер. У нее такие машины. Ну, да. А у нее вообще такая есть белая. Да. Да. Но она другая. Ну, так, давай все вот так красиво. У меня все новые машины. А ну посмотрите, как он красил свой мешок. Ой, как он красил свой мешок. А будем показывать детям твоих Деда Мороза собачку, как они поют, как они танцуют. Это в конце давай. В конце? Ну давай в конце покажем. Открыл? Да. Вот такой. Ну. Классный же. У нас коллекция, у нас эта коллекция прибавляется и прибавляется. Ну да. Вот это. Ого себе. Да, хочу идти ко мне. Маленький хочу, да, открываем? Да, маленький. Вот, это вот. Magic Egg. Это что было? Надо сидеть в шкаф и надо откроется. Молодец! Видишь? Там что-то новое! И что? Это кто у нас? Ой. А как его зовут? Ты знаешь или нет? Это Белочка, да? Да, Белочка, просто. Просто Белочка. Какая она симпатичная. Ой, у Белочки не бывают крылья. Это не крылья, кажется, это шарфик у нее такой. Ну вот, не Белочка. Ну я честно, не знаю. Это крылья. Малышей. Угу. Ставим сюда. У Хачи всегда бывают крылья. Да. Сейчас это открываем? Да, вот такие, вот такой пистолет. А можно я покажу еще вот эти? Да. Ой, ну-ка, открывай, посмотри, что. Откуда он открывался? Ой, тут вообще лежит. Ого! И что там? Вот это! Ну-ка, вот. Ну ты даешь. А ты знаешь, как его собирать? Нет. Попробую. Не-не-не, кажется, это впереди надо ставить. Не черненькую разве? Нет. Я понял, как это. Да. Давай, так. Молодец. Ой, что-то я неправильно поставил. Это внизу должно быть. Ой. Вот теперь правильно. А у него, кажется, и поставка есть. А где его поставка? Там, вот. Угу. Я вообще там крутым буду. Откуда это? Что
продвигается. Угу, это подставка, да? Да. Ну, одевай. Сейчас мы ее оденем. Угу. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ну-ка. Это круто! Это вообще круто. Я на скотч. Помощь. Вот. А ну можно посмотреть? Он тут так стоит. Нет, он не стоит. Он ваше. Да, он лежит. Анна, включай его. Где он включается? Так. Вот. Поставь его, пускай он полежит. Смотри. Ну-ка! Все, машину открываем. Да. Ты знаешь, нет, твои главные подарки на Новый год будут. Да. Сегодня Крисмас. Завтра Новый год. Да, не завтра, через неделю. Через неделю Новый год. А ты куда едешь на Новый год? Вегас. Да, ты едешь в Лас-Вегас. И Дед Мороз куда тебе принесет подарки? Лас-Вегас. Правильно. О. Что тебе попалось? Вот. А ну можно посмотреть? Ой, все-то какие-то крепкие антистрессы. Это Машинс. А ну давай. Давай посмотрим. У нас первая куколка. Давай, ты вторую открывай. Давай я лучше покажу. Star Wars. 4+, как раз для меня. Да. Молодец. Что это? Вот. Это похоже на белый Дарк Вейдер. А ну-ка. Ух ты. Можно посмотреть? Это анти. Давай самые последние. Ну давай, открывай. Давай посмотрим, сколько это плюс. Никакого плюса. Значит, это для всех. Тоже для тебя. Да, для всех. Для всех, да. Это кто? Щенячий патруль или кто там? Щенячий патруль. Щенячий патруль. Посмотрим, кто нам попадется. Это мне тут Скай. Скай? Да. О! Маршал. Класс. Я люблю Маршал. А я люблю Зуму. Зуму любишь? А ну давай посмотрим. Ух ты. Ого себе! Ну ты Чейз. Ой, классный. Это не Чейз, это Маршал. Ой, извини, это Маршал, да.
коллекция. Да, вот только больше. Все равно он классный. Мне он очень нравится. Ну, я и пианиста с Бош. Дальше вот что открываем? Ну, давай. А ну можно посмотреть? Можно посмотреть, что там внутри? Покажу детям. Да. Давай. Ой, это собачка здесь, да? А что за конфеты там тебе попались? Гамми. Окей, тести гаммис. Ну, конечно, не кушаем эти конфеты. Мама, я подумала, что мне понравилось. Я очень надеюсь, что... Я змейку покушал, желейную. Да, ой, ой, какой ты молодец. Ты помнишь, я помню, это в Леваге было? А, помню. Помню. Я люблю желейки. Любишь? Да. Ну что, открыл? Ой, ой, какой... Это мой любимый бульдог. Ой, какой песик нам попался. Ой, какой он классный. Люди маленькие. Вот коллекция. Классный. Коллекция пополняется. Дальше открываем. Нам попалось вот это. Как его зовут? Его? Ну-ка, дай посмотрим, как его зовут. Ой. Фаску. Знаешь, еще был Фаску. 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 Вот. Давай дальше открывать. Это. Ну, давай. Знаешь, есть Фаску. Вот тут есть коллекция тоже. Окей. Конфеты такие же, да? Да, тести гаммис. Тести гаммис. Я люблю тести гаммис. Наша собачка. Я думаю, что там волк появится. Волк? Как может волк там быть? Там же собачки. Вот такой волк. Это овчарка или кто? Волк-собака. Ну ладно, ну-ка открывай, посмотрим, что там. Ой. Такая же? А я думаю, что нет. Ой, нет, это такса, кто ли? Я не думаю, что это так. Можно я посмотрю? Давай посмотрим потом. Давай, можно я посмотрю и покажу детям? Собачку можно? Да, вот такая. Блот, да? Блот? Блот? Да, блот попалась. Да. Вот какая маленькая. Ой. Какие глазки. Милашки. О, милашки. Глазки, милашки. Да. Дальше открываем собачку. Это я сюда пошу. А ну давай. Еще я открою собачку, и сейчас мы будем открывать ням-нями. Давай. Ам-ням называется. Ага. Это его имя. Собачку открыть. Ну, тут тоже написано бот. Давай. Смотри, у нас вот такой. Баска, Мима, Сёма, Остин. Ой, этот Остин какой классный. Где? Вот этот последний, беленький. Остин. Вот бы нам попался. Вот этот блакин тоже мне нравится очень. Ой, они все хорошие. О! Кто это? Это кто нам попался? О,
Оскара получил. Ух ты, ну-ка посмотри. Он Оскара получил. А как его зовут? Бубус, что ли? Да, это Бубус. Почти как Бубу. Почти как Бубу. Да. Бубус. Бубус. Все, говорим о мнем. Вот такой же нам попадался, который на картинке, мама. Да? Да. А ну, открой дальше, посмотрим, что там. Я поняла, как она открыла. Хочу только руку порвать. Ой, то, что мы очень любим, да? Так. Вот такой кладыш порванный. Порванный? Это ты порвал его только что. Давай, ну-ка посмотрим. Нет. Знаете, как это? Знаете, как его зовут? Как? Ам-ням. Ам-ням? Да. Ну, давай посмотрим. Я его в мультике смотрел. Да? Молодец. Ой, нам там еще, да, что-то попалось? Да, сюрпризики какие-то, Эдвард. Да. Ой, а мы покажем детям, как наша собачка там танцует? Покажем? Я еще сказала, это будет в конце. В конце покажем, ладно. Как скажешь. Не что, это целый день говорить. Еще давай открывай, открывай. Ой, Деда Мороз. Ой, Дед Мороз, как я тебя люблю. Я тоже. Ты помнишь, да? Ты написал «Хачиболс для мамы». Ты помнишь? Да. Вот «Хачиболс мой». Мама, ну что? Все равно он принес на нас обоих. Для нас обоих принес. Ладно, я согласна. Я тоже. Да, ну, спасибо. Ой, что-то... Не можешь открывать? Помощь нужна? Нет, я сам. О! И кто у нас там? Точно. Та-дам! Такой же. Вау, да, у нас такой был. А теперь попался. Ну снова. Ничего, все равно классно. Таким мусатый. Сюда. Кажется, он из какого-то мюзикла. У него такой вид. Может быть, да. В общем, вот коллекция пополнилась. Что дальше открываем? Я давай детям покажем, что там, вот эти сюрпризики. Давай. Вот это. Это? А это открывается? Это такой чай, который танцует. Да? Он танцует? Да. А ну покажи, как он танцует. Сейчас. Ну, батарейки, значит, он должна ставить. Как он включается? А вот кнопочка. Я думаю, на эту кнопочку надо нажать. А ну давай, мама. Видишь, там нету батарейки. Нету. Ой. Я же сказала, там нету батареек. Да. Ну ладно, мы поставим, потом покажем детям, ладно? Да. Дальше давай. Вон тот сюрпризик открывай. Мой любимый, да? Да. Он еще пистолет для девочек что-то приносить. Ну это же мне. Ты ну, что? Все равно принес. Я же тоже подарки хочу. Вот он молодец. Для тебя он приносит такие, а для меня такие. Ой, спасибо. Ну. Давай музыку послушаем. Ну давай, давай слушай. Ладно, нет. Угу. Дальше что? Сюрпризики ты забыл открыть. Здесь же целых 4 сюрприза. А, ну ладно. Вот еще. Это что?
тоже какой-то сюрприз, кажется. Здесь это что, карандаш или что-то еще? А здесь что? Ух ты! Ага. Дружок попался нашей собачке. Ой, розовенькая она и вправду для девочек. Вот для мамы подарок. Это, ну, спасибо мама, тебе. Мама, это еще не все, смотри. Да. Это белочек. Ну да. Это точно для мамы. Точно для мамы, да. Теперь ну, вот этот. Лапочка какая. Ой, какая лапочка. Лапочка, 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 лапочка. Дальше. Ты что-нибудь. А может бы немного помочь? Хочу посмотреть, что здесь. Там тоже что-то есть. Ух ты! Опять брелочек. Вот. Вот. Это точно для мамы. Она не открывается. Ой! Это похоже на этого, да? В малых шариках. На хрюшку? Кто там малый шарик? Смотри, точно. А это что? Это что, значок? Да. Похоже, да. А можно я покажу? Мы положим в кастрюлю. Это что? Это не кастрюля. Вот. На, как, на какой-то кулончик похож. Ли? Нет. Ну, брелочек. Что-то можно там хранить. Да? Например, это значок. Давай дальше, дальше, дальше открываем. Дальше. Мне уже не терпится. Дальше открываем. Дальше. О! Угу. Дальше открывай пакеты. Во. Во, это ручка. Это ручка. Можно я покажу детям, какая классная? Да, это для тебя. Ну, спасибо. Ой, ой, какая симпатичная ручка. Ой. А сейчас ой, я только... Здесь клоуны нарисованы. Клоун какой-то. Осталось только один пакетик. Да. Давай быстренько открывать. Тебе не терпится? Нет, 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 конечно нет. Так, не терпится? Да, мне очень не терпится. Ну, хорошо. А там что? Вот. О. Это что? Это уже ты разбирайся. А, это стикеры, да? Нет. Это карточки. Мама. Ну, спасибо. Так, остался один маленький сюрпризик нам открыть. А, не, у нас еще и киндеры есть, да? Вот King Egg, Magic Egg. А ну, давай покажем, дети. Давай. Давай, Magic Egg покажем. Потом да, открывай. Ладно. Подожди. Вот такой вот. Magic Egg. Вот такой вот. А еще его... Киндер, дай мне, пожалуйста, вот. Вот синенькую, синенькую. А, вот это. Да. Можно? Это взять? Мой любимый киндер. Да? Да. Вот. Киндер Джой, да, тебе попался? Да, киндер Джой. А вот эти чудики, ты что? Ями сквиш. Это мой самый любимый киндер. Это киндер Джой. Это вот еще. Вот еще. Это Рамбл. Окей. Все? А нету больше киндера? Есть, вон, я вижу. Вот. Это последний. Это последний, да. Опять киндер Джой. Это, кажется... из серии спайдерменов, да? Вот, да. Yeah, это that's called... Да, это Captain America. Ну что, okay. Давай начинаем. Смотрите, какой фокус. Ой, какой. Да,
это бокал. Молодец. Вот еще один сюрпризик, да? Да. Это бокал, где шоколада. Ну, прям да. Ничего. Ой. Ай. Угу. Ой, что мне падало. Ну, уже все, открыла. Открывай, пожалуйста, капсулу. Ага, помощь нужна. Давай. Да, немного. Остальное все я. Кто там? Кто домик! Это? Домик? Подводный домик. Угу. Ладно. Дальше открываем. Что открываем? Вот это. Это Magic Egg? А, да, это Magic, да? Да, Magic. И что там? Кто это нам попался? Ой, какой классный! Ой, удивленный такой. На что ты удивляешься так? Ой, 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 ой. А мне он понравился. Правда классный? Да. Уже второй открываешь? Это шоколад. Это шоколад. Ты утром рано шоколад будешь кушать? Нет. Не, а просто показываешь, да? Дальше. Вот этот. Ой, я ближе к тебе. Окей. Ну, открываем. Ой, тебе так понравился этот бокал. Мне тоже. Открыл? Нет, пока. Да. Солдатик вообще, да, классный этот. Да, он не сторожит. Да, он сторожит тебя. А ну открывай, что там. Помощь нужна? Да. Я уже знал, как его разломаться. Ну, бросай, посмотрим. Вот фотоаппарат! Вау, ну-ка. Hello Kitty, что ли? Да, Hello Kitty. Ух ты! Какой классный. Ой, какой классный. Ой, он включается. Ой, он включается я даже. Я же говорил, этот кусок ломается. Да. Дай мне. А ну, фоткай посмотрим. О, там Hello Kitty твой. Да. Да, посмотри, вот стекло. Можно я посмотрю? Да, а детям не видно будет. Ну что? А мне видно. С маленькими сюрпризами закончили? Да. Остались большие. Ой. А это с Hello Kitty, да, был Haribo? Да. Понравились тебе маленькие сюрпризы? Да. Это только большое, но это займет очень много времени. Да, это потом будем снимать, ладно? Ладно. Снимем, покажем детям, что нам попалось там. Да скоро... А давай покажем детям, как наша собачка танцует. Покажем? Давай, но надо сначала мусор убрать. Показываем всем? Да. Всем показывай. А ну давай включай. А ты дедушек включай. Санта-Клаус. Давай птичек, 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 птичек. Ух ты!
Его включать надо. Концерт у нас. Ой. Ну что, понравились тебе подарки? Да. Вот, смотри, вот эти два осталось открыть, да? Но мы их откроем, детям тоже покажем, ладно? После видео. Нет, мы видео будем снимать. А. Ладно? Ладно, а там видео поставить лайк и подписываться на мой канал и забудьте нажать на красную кнопочку и на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь всех люблю, всем пока. Всем Merry Christmas. До скорой встречи на Новый год в Лас-Вегасе. Всем пока. We will.